В этом году мы выплатили инвалидам Великой Отечественной войны 28 человек, ветераны Великой Отечественной войны с оружием в руках, которые воевали, 204 человека. Всего по федеральному и нашему сохраненному севастопольскому законодательству выплаты были произведены 9167 человек. На эту выплату только без почтовых всяких сборов это более 76 миллионов рублей. Еще одна новая категория в этом году – это выплата разовая детям войны. Сегодня произведена, ну не сегодня, вчера произведена выплата 21 730 человек. Это еще по тысяче. Возможно, это я просто отвечаю уже на, может быть, следующий вопрос, кто-то сейчас эту выплату еще не получил. И так оно ежегодно бывает. Кто-то приезжает и доставляет еще документы. И мы, конечно же, принимаем эти документы, рассматриваем с учетом ныне действующего режима повышенной готовности. Но, конечно же, в первую очередь это то, что связано с 75-летием Победы. Мы обязательно внесем в списки, и если это положено, мы будем производить эти выплаты.